Итак, мы в прямом эфире. Сейчас мы идем на рыбалку. У нас есть флот, у нас есть лодки, у нас есть весла, у нас есть моторы, у нас есть бригада, у нас есть море. И мы сейчас на этом море начнем ловить рыбешку. Будем ловить кефаль. Рыбу. Итак, что скажут настоящие рыбаки нам сегодня, какие у них будут о рыбалке, о сегодняшней впечатления должны быть. Знаешь, что на корабле фото и видеосъемка запрещена? У меня любительская. Да пофиг. Что это сокровище меняет? Сейчас тебя смотрю. Ты же видеоблогер? Нет, ты сейчас тебе сбудешь на Кузнецово. Какие настроения о сегодняшней рыбалке у вас? Какие оптимистические настрои у вас? Бурдите, бурдите, молодцы. Красите эту бурдилку. Красите бурдилку. А сейчас я уже ее помыл, она сейчас сохнет. Ну вот, настоящие рыбаки пошли в море за кефалью. Сейчас мы узнаем, насколько будет удачная рыбалка. Ну что, какие прогнозы у вас на рыбалку на сегодняшний день? Ну, погода хорошая.